Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Lost Planet 3. Мы находимся на планете Eden 3. И сегодня мы займемся сайд-квестами. У нас их накопилось довольно много. Поэтому давайте-ка мы... Так, ну давайте займемся для начала вот этим. А потом по теплогенератору. То есть побочных миссий у нас хватает. Ну и кроме того, мы еще должны будем обнаружить... Ну, короче говоря, нам для апгрейда нужна одна деталь, которую добыть нам придется с разрушенного робота. В последней серии мы спасли местную ученую. Ну, как спасли, мы проверили, с ней все в порядке. И кроме того, она явно чем-то озабочена. Такое ощущение, что мы тут не одни. Но мы и сами видели во время того, как устанавливали связь с Землей, потому что местный передатчик был не в самом хорошем состоянии. Это все мы починили и в итоге увидели, что у нас тут какие-то вредители, похоже, завелись. Так, куда я иду вообще? Чекпоинты. А, понятно. Так, хорошо. Ну, в принципе, ладно, пойдем по главному и там уже по ходу определимся. Мне просто сейчас нужно выбраться отсюда. Это надо в эту сторону идти. Я уже забыть успел. Прикольные детали в нашем роботе. Допустим, фотография жены... Там вон эта гавайская девушка вытанцовывает, такой аксессуар при бомбас фича. Ну и кроме того, сам робот очень крутой. Не знаю, если бы у меня был такой робот, все мои проблемы решились бы разом, наверное. Я был бы самым счастливым человеком на Земле. Обожаю огромных человекоподобных роботов. Короче говоря, как мы находим каких-то непонятных акридов, нужно будет первым делом в них запустить вот этот вот дротик и таким образом взять образец ДНК. Я не знаю, как там остальные, но художник-дизайнер этой игры явно гениален. Вот эти вот тучи, постоянно какие-то открывающиеся совершенно безумные виды, типа вот такого вот. Это же, по-моему, очень круто. Такое реально не увидишь нигде, и даже Dead Space 3 со своим Тау Волантис тут, по-моему, нервно курит в сторонке. Ну так, по моим ощущениям. С внешней, с визуальной точки зрения у игры проблем вообще никаких нет. Единственное но то, что костюм нашего героя светится как елка новогодняя. Но это уже скорее игровая условность. Чтобы нам его было лучше видно в темноте. Все равно. О! А, мелочь налетела опять. Спокойно. Не люблю попадать в окружение. Так, пошел. Минус одна тварь. Обожаю это дело. Другое дело, что в таком количестве очень легко запутаться. Меня опять успел кто-то ударить. Короче, идем по приборам. Блин, успел, смотри. Это очень опасно, на самом деле. Нас сейчас запросто могут разобрать. Да сдохнуть буду, ну. Еще один летит. Так, робот. Роботу нужно починиться. Пока одного ломаешь, тебя другие успевают искусать со всех сторон. Так, ну что, ребзя? На своих двоих, как старые добрые. Воу-воу-воу! Идет, смотри, летит. Живой еще, что ли? На, получи реально. Давай, иди сюда. Оп! Ах ты гад, а? Последний недопиток. Что ж ты такой душный-то, а? Все, нормально, приехал. На, получи теперь. Отлично. Сволочи, робота мы его поломать захотели. Ну, не тут-то было.
Чем мы починились? Хорошо, хоть наш робот умеет чиниться. Вот эти пейзажи, это просто... Давайте карту посмотрим, кстати говоря. Так, отсюда мы можем попасть на пик Шелктон. Но нам сейчас на перекресток Бейли. И оттуда в пещеру Диас, насколько я понимаю, да? Хорошо, погнали. Вот этот открытый мир, он тоже добавляет как-то ощущение свободы и такого, я не знаю, живости этому миру. Ну и сама база, на которой постоянно что-то новое происходит. То есть не тупо там несколько NPC стоят, а здесь постоянно какие-то изменения, новые диалоги, новые события. Пик Шелктон. Мы как раз рядом находимся. Может быть. Да нет, у нас не появляется эта миссия. Так, хорошо. Я думал, мы сейчас просто туда направимся. Посмотрим, что да как. Но раз на пике Шелктон ничего не появляется, то... Ладно, черт с ним. Хорошо. Сделаю мне небольшой такой кружок. Да, все нормально. Блин, тут опять померзло все. И тут понятно, да, почему нас не выпускают из этой кабины. Да вы тут откуда? Одна небольшая пакость. И нам хана. Здесь, в принципе, можно выйти и разрушить эти гнезда, но они нам особо урон не наносят, поэтому какой черт вообще. Буря, похоже, идет. Так, говорит, не волнует. О, бой. Ладно. А мы тем временем двигаемся по своим делам. Опять пакость всякая. Но, в принципе, проще не обращать внимания. Так, подожди. Да блин, откуда ты взялся, да? Ой-ой-ой. Я что-то не успел даже увидеть, как меня. Так, ну раз такие проблемы, то... Давайте-ка мы сюда сможем подняться, нет? Тихо-тихо. Так, гады. Минус один. А что если... Ой-ой-ой, бежим. О-хо-хо, первый раз меня убили в этой игре. Просто расслабился, недооценил свои силы, переоценил, вернее. Я недооценил их. Ладно, сейчас мы вам покажем козьи рожи. Опа, это какой-то гада. Интересно, успею до сюда дойти, нет? Я думаю, особо не успею даже. Мне просто от них бы спрятаться. Как-то вот так. А блок против них я смотрю. О, сейчас меня опять сломают. Пускай пока чинится. Давай, иди сюда. Что-то нехило нам так настучали.
огня. Не, вы знаете, мне нужна снайперская винтовка. Поэтому я бы сейчас вернулся такой на базу, потому что, блин, снайперская винтовка здесь, я чувствую, будет выруливать просто. Так, гад, я так и знал, что второй меня успеет задеть. Неудачно. Смотри, еще одна. Погас, а ты посмотри, что делает. Все, короче. Напросился товарищ. Ты пойдешь со мной. Опять. Не знаю, то ли на базу вернуться, то ли идти уже туда. В принципе, я не вижу там особой проблемы, чтобы он туда подняться и всех перестрелять. Если сейчас еще кто-нибудь не придет, просто на базу уже с результатом лучше вернуться, я считаю. Окей. Но акриды показали, что с ними лучше быть поаккуратнее. Такой у меня есть. Такого у меня нет. Давай, 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 давай. Готово. Отлично. Ты посмотри, сколько ты тут погони. Все, подобрали, что надо. Ну, теперь давайте уже пойдем на базу. Теперь мы сможем провести кое-какой апгрейд и сможем двигаться по сюжету. Где ты там вообще? Я тебя слышу, но... Где? Так, ну и окей. Давайте еще раз на карту посмотрим. Так, получается, приблизить так. Это у нас ведет в какую-то вообще неизведанную область. Наверх дорога на север. А мы пойдем на запад. Был бы еще тут Sweet Home Alabama, был бы вообще... Это тоже прикольно. Ну, неплохо повоевали. Один раз нас убили, конечно. Да ничего. Зато будем знать теперь. С этими гадами расслабляться не стоит. Ходите по непроторенным дорогам, проверяйте все уголки. Там можно найти, бла-бла-бла. Понятно. А я еще думаю, что это за коронец такой? Почему он так криво стоит? Он, оказывается, трупнул. Открывай! Свои пришли.
радиус закрыт. Внушают такие, да, ворота? Фух. Never. Neo Venus Construction. Number one in energy. Number one in medicine. Number one in communications. In philanthropy, the most generous corporation in the history of the Earth. A beacon of hope in dark times. Nevek spans the galaxy in search of new energy sources. Earth's greatest champion. Mankind's best chance to endure and prevail. Nevek, for your future. Господи, еще не хватало. А, мы уже тут стоим. Ну ладно. Ну что, как дела? Пойдем к командованию сходим. Мало ли что скажет. Хотя не думаю, что они что-то новое скажут, но все же. А там что-то он лежит. Этого лифта раньше не было, по-моему. Вот увидела. Офигеть. Nevek survival tip number two. Heat hazard warnings. All Nevek approved vehicles and utility rigs are equipped with hazard sensors designed to keep you aware of potential dangers in the environment. Do not consider these warnings advice. Consider them gospel. Stay aware. Stay alive. Это я, по-моему, уже слышал даже. Но привет. Очень похоже на Weyland Yutani. Прям один в один. Че у тебя тут? Карта разработки? Георазведданные? Привет. А он в Нирване, похоже. Набухал все тормозной жидкости, сидит. Тут че? Ничего. Уютненько у тебя тут. Сугробы кругом. Тут у нас, по-моему, спокойно, я и не думал. У меня пока еще дела. Интересно, а там что? Так, сначала сходим в мастерскую Гейла. Посмотрим, может, по оружию сможем купить себе винтовочку. Что-то мне ее захотелось резко в свете последних событий. Пусть у меня будет штурмовая винтовка и вот такая вот с скользящим затвором. Это будет любопытно. Эсти. You looking for something specific? Восьмикратное приближение. Неплохо. Так, ну что, у нас хватает, в принципе. Да, возьмем. That's the stuff. Great for sniping targets. Круто. На это уже не хватает. Good deal, ну, good deal. You be careful out there, kiddo. This is my hunting rifle. It's been in my family for generations. I thought I'd lost it in the supply crash my first day. But no, Jim. This was sold to me recently by LaRoche. Said it was in his family for generations. Sorry, but if you're wanting your money back. No worries, Birdie. I'm just glad to have her back. Ну вы поняли, да? Dr. Kovac here. I have another contract for you if you're interested in continuing to sublimate your bloodlust. Come see me. Окей, заглянем. Так, вот тебя мы поменяем на вот это. Я думаю, будет круто. Винтовка реально древняя. Но я думаю, стрелять она от этого хуже не будет. Так, тут у нас что, не прекратили еще свои рассуждения по поводу важности туалетной бумаги? Они вообще ушли отсюда. По туалетной бумаге, наверное, пошли. Самое важное, говорит, на этой базе туалетная бумага. Поверь мне, нет ничего более важного.
Привет. Не надоело еще? Видимо, надоело. Ты посмотри на меня. Продолжим, говорит. Блин, винтовка реально выглядит как слонобой. Гейл, ты где? Hey, Gail. You up to help me put a new tool on the rig? Sure thing, boss. With that component you salvaged from LaRoche's winch arm, I can upgrade your rig to spec. It's kind of what I do. Just plug any salvage that you find out in the world into the kiosk there and select what you need. Oh, and if you're ever low on salvage but flush on cash, I'm sure old Birdie can swap that for you. Ну да. They don't call him the quartermaster for nothing. Get it? Yeah, me either. Так, у нас 5. Мы можем сделать капистан. Ну, это за бесплатно. Апгрейд клешни, снабжающие кабистаном и кабелем. Выстреливайте, используя левый бампер, чтобы схватить и нанести урон акридам. Понятно, это типа гарпуна какого-то похоже, что ли. Усиленный корпус улучшает броню. Позволяет машине. Вот это круто. Блин, а это круто. Да-да. Блин, давайте вот эти вот две возьмем. Нет, сначала вот это. This one's simple. We take some raw metal, we reinforce the hull. More shielding is never a bad thing. А потом уже займемся всякими рукопашными приколами. Все, нормально. Alrighty, sir. Upgraded your claw arm with a brand spanking new winch. Premium bi-steel synthetic cable, high-end abrasion guard, precision CNC machine roller fair lead. It's compatible with the zipline attachment on your grappling hook because you're my favorite. And not just because LaRoche doesn't let me upgrade his rig. This is the stuff. Now get out of here before I regret giving it to you. Kidding. Love you, enjoy. Don't break it. Oh, and because I'm the gift that keeps on giving, I cooked you up a T-energy detector. It'll automatically recognize a thermal pocket in the immediate vicinity and translate the seismic noise into audio. Just listen for the signal and use it to pinpoint and discover underground deposits. Like a hot and cold game. You're welcome. Обожаю фанатиков. Так, найти зону для установки теплогенераторов. Ну, понятно. Сейчас мы сначала зайдем на первый уровень и посмотрим, что там доктор хочет от нас. Вернее, на третий. Ну, первый, третий, какая разница. Смотря с какой стороны смотреть, верно. Выстреливаю крюк кошку, наведите прицел точно на место зацепки, бла-бла-бла. Ну, это очевидно. Мой самый любимый этаж. Здесь уже никто ничего не откачивает. Надоело, видимо, тоже забил. Борода чешется. Так, нам по сути сюда. Давайте сначала посмотрим, может там на командном пункте что нового. Да, вроде как ничего. Это пара рабочих. I'm worried about the pressure. Well, we could take the gauges off A5 and 6 since those are more or less stabilized. But I'm telling you, they're load bearing. Throw some plates on there, anchor them down with cable lock, and we're golden. At least for another few days. That might work. It might work, sure. It might kill us. If there's a void collapse within 20 meters, the show's over. But what else we gonna do? What about reinforcing B-28 instead? Put in some drill shafts to sustain some of the lateral load. It's within their tolerance at this height. Да, парень логичен. А ты что делаешь тут? Привет. Здорово. Так, хорошо. Больше мы... Куда это ведет вообще? А, это лифт. Обратно туда. В ангар. Хорошо, пойдем к доктору. Посмотрим, может, он чего нам нового расскажет. Но последний раз, когда он нас все звал, мы пришли, а его там не было. Это было очень странно. Здесь что? Храпит кто-то.
Спит народ. Как вообще в такой морозе можно спать, я не знаю. Ну нет, спит прямо в маске. Нормально. Представляете, как эта маска пахнет после недели носки. И какой тут вообще пахер стоит. Так, ладно, давайте заглянем к повару. Что у повара тут происходит? Повара нет, повар тоже, наверное, спит. У них, наверное, смена. Парни отдыхают там, нет? И отсюда все ушли. Ну, ладно. О, монарх. Император. Ладно, пойдем в лабораторию. Далековато находится лаборатория. Такое важное дело могли бы поближе разместить, гады. Потому что до нее пока допилишься, уже успеешь постареть. Приехали. Это у них, я так понимаю, вентиляция? Или это провода идут от генераторов? Тогда сколько, представьте, они бензина жрут. Здрасте. Yes, my samples. I have an appropriate reward. Something to aid in your blood sport. Custom-made specialty ammunition. It's a hobby of mine. I'll forward the recipe to the quartermaster so a constant supply is purchasable from him. Just load your firearm with these and it probably won't take you so long to kill your quarter next time. Блин, прикольно. И две штуки дал. Так, а что нового есть? Well, those samples you brought me were worthless. The Sapaya T-energy is not pure enough. So, let's keep looking. I'm sure the T-energy from a different breed of acrid will yield more promising results. Mm-hmm. Понял. Так, ну с этим у нас проблем нет, они у нас постоянно на дороге встречаются. Ладно, потопали. Сейчас заглянем к квартирмейстеру обратно. Может, что новое скажет. Денег, я думаю, не хватит на эти новые боеприпасы. Тоже мне, блин, награда. Мог бы и подарить. Так, хорошо. Сетка прицела вашего оружия показывает, сколько патронов сейчас в магазине, а также сколько их всего осталось. Капитан, прекрати. Удерживайте вай, чтобы экипировать пистолет. А, ну это я уже собрался. Поначалу было странно, что у меня дробовик убирается по одному. Вот. То есть, просто нажав быстро кнопку вай, можно было выбрать дробовик. А пистолет, чтобы выбрать, надо было удерживать кнопку. Ну теперь оказывается, у нас тут два основных типа оружия, и пистолет как нагрузка идет. Хотя при этом пистолет сам по себе, он тоже даст прикурить любому оружию, потому что лупит со страшной силой. Можно чисто с ним ходить. Так, хорошо. Я в мастерскую. Ну, не в мастерскую, то есть к квартирмейстеру сейчас по-быстрому сбегаем. И, в принципе, обратно в ангар. Теперь, я думаю, у нас все нормально получится. Так, окей. Hey, what's the rumpus, Jim? Увеличенный магазин, улучшение приклада. Рикошетные патроны для дробовика. Учитывая, что я дробовик снял. Ну. Instead of shattering into shrapnel, these shells ricochet when they hit, but only once. So be smart about the angle you fire them at. Instead of shattering into shrapnel. Thanks, Jim.
You keep fighting a good fight. Ну пока пусть будут, но я лучше похожу все равно со штурмовой винтовкой. Потом просто лишь бы было. Я думаю, польза от этого будет больше, чем от вреда. Вернее, чем вреда. Так, ну и хорошо, давайте, наверное, на этом заканчивать. А в следующей серии двинемся к тому тепловому карману. Заодно по дороге посмотрим на четверых этих монстров, которых надо убить. Так что, я считаю, будет очень круто. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.